пока русский император ловит рыбу, Европа может подождать. Когда конфликт на Балканах все-таки разразился, европейские дипломаты кинулись за консультациями к российскому императору. Император Александр не очень любил Петербург и большую часть своего времени проводил в Гатчине. Послы направились в Гатчину, прося аудиенции российского императора. Узнав об этом, император Александр якобы произнес: «Пока русский император ловит рыбу, Европа может подождать». И действительно, 3 дня, пока император не вернулся в Петербург, европейские дипломаты вынуждены были ожидать консультации с императором, и война так и не начиналась.